Привет, друзья, с вами Rush Nanizuk и Алексей. Всем привет. И мы сегодня устроим зарубу в игре Anarchy Rage. Будем биться один на один в клетке, кто кого. Делайте ваши ставки в комментариях, кто кого побьет. И мы начинаем. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Так, я буду играть за Николая. А я забыл, как моего зовут. Оу. А, у тебя главный персонаж, типа, игры, как бы. Ну, их там два же. Лево. У тебя, типа, добрый. Тут, тут... Блок ставь ты, ёпта. Ты. Че, как тут вообще система-то это? Хэть! Еще на время главное, блин. Подожди, да я хоть. Прием, посмотри. Иди сюда! Нет! Рестлинг, ёпта! Так, чё, где автоприцел? Ты, ты чё такое, как ты наглушил? Ты! Да! Нет! Нет! Да! Блин! Стой, стой, стой! Нет, нет. А прикольно. Ой, это даже неплохо. Ай, ты ж... Долгое! Ногами. А чё так много ты сносишь-то? Что злой тип? Ай, ты ж что такое? Блок! Нет! 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 Да! Нет! Черт! Фу! Я сделал это. Печаль. Ага. У нас не один раунд, оказывается. О! Что это такое, я не понимаю. Я не знаю. Как будто перебивание серии как будто идет. Фак! Да ж блок ты ставь, рот! Как? Со спины зашел! Нет, нифига, что за комната? Что такое? 10 хит-комбо! Да что он у меня какой-то медленный просто, блин! Да у тебя бьет больно, потому что... Ну бьет больно, да! А у меня вот быстрый, но... Че ты там делаешь? Иди нафиг! Давай, давай! Ты все равно проиграл. Уходи! Уходи! Блин, я проиграл, что ли? Да, похоже, да. Фак! Офигеть. Ой, еще? Отлично, значит тут много раундов, хоть перезагружать не надо будет. Дождь тут еще не кстати. Нет. Вот так! Зафигачил, так зафигачил! Это что такое? Ну что такое, начал сдаваться? Начал сдавать позицию!
Ну что такое? Осталось один плевок сделать ему. Бей его, бездельник. Ну что ты не сдыхаешь? Я последний удар. Есть. Кровище хлестануло. Нет. Да, мощно. Блин! О! О! Как мы это делаем? Ай, что ты, как? Тихо, Росомаха, иди нафиг! Что это такое сейчас было? Кнопки идем. Ты меня вырубил, что ли? Да. Офигеть, блин. Ну что такое? Уходи. Че, вообще не сопротивляется? Бей. Ну, у меня вообще что-то защиту потерял. О, выиграл, нифига себе. Фу. Вообще вынес, блин. Все. Печально. 3-1. В общем, до победы в трех раундах. Ладно, я сейчас своего возьму персонажа. И тогда, может быть, отыграюсь. Это нечестно. Кстати, что-то, может быть, в управлении, я все-таки еще не знаю. Дурга. Я второй ранг взял и тебе дали нового. Че дали? Дали персонажа нового, говорю. Да, мне что-то ничего не дали. Я второй левел взял. Так, подожди, персонаж. Где мой Джек? Левел взял ранг. Я готов. О! И мне дали вот дурга дали. Ага, сейчас посмотрим, что за дурга. Ой, блин, ух ты. Это мужик-кот роботизированный. Круто. В общем, понятно, главное просто прокачиваться, то есть играть, и будут персонажи постепенно открываться. Да, тут левел получаешь, и перс открывается. Блин, нифига себе там. Что-то у тебя как-то из Текена персонажа напоминает такого. Прикольно. Да, блин, не, медлительными тут что-то как-то не очень играть. Хотя, если использовать броски. О! Отлично! А чем он не найдет? А куда я полетел-то? Ах ты, блин, догнал! Ууу, черт! Как с такого расстояния можно бросок делать? О-о-о. Да блин! Фак, что за прием? Оверкил! А как? Это нечестно! Бил, главное, сколько! Тихо, блок! Ах, я думал, все, нет. Лежай. Ой, фак.
Жесть, вообще невозможно против своего спама уйти просто. Ничего не помогает, как так? Не знаю. Тут раз мы случайно дар какой-то вышел, а тут теперь что делать? Ой! Блядь, да ты мне еще и... Сука, блядь, ушел. Вау! Фак, что это было? Не знаю. Да блин! Нет! А как ты это делаешь? А это супер удар! У всех же свой! Нифига себе! Это ты тоже супер удар сделал, я тебя научил зря! Давай, да что у тебя же звездочки были? Как? Да блин, ну! Да что ж такое? А! Нет! 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 Хадукин, мать его! Чего? Как? Чё за фигня? Пипец. Прикол. Чё тут бегаешь? Ещё раунд начался? Так несчастно. Эй, нет! Да... Да блин, пока замахивался, получил пиздюль. Ой, ой. Да блин. Нет, 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 нет. Оставай! Не провода. Все суперки никуда ушли. Ну что такое? Да не хотим! Зарубила! А ты еще жив? Да что такое-то, блин? Надо кого-то брать поскоростнее. Черт возьми. Да везде 3-1 я проигрываю. Что за фигня? Второй раз уже. Зря. Вот так вот. Так, move camera, taunt, use item. А, тут еще можно использовать item. Влево-вправо. А что, как? А, да? Хотя, может быть, оно но только в прохождении есть, я не знаю. А, наверное, только в прохождении, скорее всего. Слушай, надо, по-моему, еще можно арену поменять. Надо посмотреть сейчас. Попробуй, я персия пока сменю. Что тут еще есть? Так, а где тут? А где ее поменять? Ты больше не выбрал, блин. Опции? Барон возьму. Нет. Не, а что-то арена не меняется, не знаю, короче, ладно. Да и нормально в клетке, что. Персонажа возьмем другого. Ладно, возьму вот этого, которым ты уже играл. Он такой, типа как из игры Vanquish. Должен быть скоростной типок. Он быстрый, да. Так, lock on, use skill weapon. Ну чё, чувак, сразимся, барон. А вот карта сменилась сама. А, да, значит она отличается немножко. Просто та же как бы клетка, но просто немножко, да? Эй, ну чё ты... Чё делать-то? Фак! О, прикол! Ух ты! Ёб ты етить! Да не могу! Просто как щенка!
Да пей ты, ёпта! Почти в сухую. Вообще в сухую, блин. Да, считай. Не знаю, как мне играть в это. Ай. А, ты... Блин. Ну, ёптать, бей же! Я, короче, примерно разобрался, как все это делать. Я понял уже, блин. Ой, не так. Куда ты улетел-то, дебил? Ой, плохо. Нет, ай. У меня аж изжога началась от напряга. Да блин, специально подошел к этому. Что за фигня, за техника такая? Ну блин, автоприцел, куда ты делся? Да что такое? Ну ёпта, ну вообще 3-0, что ли? Ну да, все. Епец. Не понимаю. Раскрой мне секрет, как ты где играешь. Ну квадратик, треугольник, короче. Ну я вроде тоже так же жму. Ничего не получается. Ладно, сейчас надо какую-нибудь бабищу взять тогда. Ну давай, баба на бабу. О, мне тоже эту ногу дали. О, я третий ранг взял. А что, ну, ты выиграешь, тебе дают очков много, а я проигрываю, у меня еще только второй ранг. Так, а где что-то персы не дали на третьем ранге. В общем, этот чувак мне не покатит. Давай тут бабищу возьмем. Ну что, какую берешь? Ну вот, а я Саша, взял Сашу. Да? Тогда я беру Матильду. Матильда, блин. Тут, видишь, русские присутствуют. Да. Я не знаю, мне кажется, что что-то должно с Венкишем быть связано. Там тоже русские присутствовали. Ну просто Platinum Game любит русские имена. Такие две курицы. Сколько же можно бить-то? Воу! Как ты засланец? Нет! О, что это такое-то? Это такой бросок такой? Захват. Нет, захват у меня такой, блин, горы. Ага, фига себе, с такого расстояния захват как ты сделал? Да вот да, это какой-то глюк странный. Ух ты! Вот улетел. О, долго думает, блин, со своим приемом. Нет! Да как так-то? Я же супер гудел. Вот нифига, можно еще лежачий хлопать. А как? Это как лежачего, да? Ух ты! Сука, научился! Да блин, нет! Нет! Бай, все, да? А, нет? Мама! Нет! Нет! Блин. А тебе повезло. Прикольная игруха все-таки. Вообще забавно. А если толпой играть, так еще надо веселее. Ну тут видишь, как бы это. Командные всякие схватки есть сюда. Да?
Вот этот режим, он чисто на двоих, тут нельзя там какой-то. Блин, ну что ты? Ой, помада. Куда? Нифига себе, меня колбаснуло. Да, попал, да нет. Как так? Выживай. Ясно. Ай, ёптыть, ну как? Ну нельзя так делать. Надо, да ёлы-палы! Первая кровь, чёрт, блад. Сука, эти приемы так медленно происходят суперские, что... Да, сука, блин. Блин. Да ш... Да ш... Блин. Да бей ты! Ай, куда ты взял? Собака! Так, чё, 2-1, вроде же еще должно быть. Сейчас еще открыть. Отвали от меня! Ах, твою! Ну, блок ты хоть ставь! Еще ничего не делает. Пизда. Убью нахрен. Слушай, а ты какие-то контрудары умеешь делать, да? Нет, я просто бью. Чё ты вовремя? Как ты получается иногда, что удар как будто отбивается? Так это вот ты как-то делаешь, я тебя бью, и они вот отлетают в разные стороны. Что делаю? Я не знаю как. Я не знаю, что ты делаешь. А нет. Что-то ты делаешь точно. Я что я делаю? Я проигрываю каждый раунд. И это тоже. Просто иногда я вроде бью тебя, а у тебя как будто отбивает удар. Как будто ты вовремя что-то нажимаешь. Может, блок нужно вовремя нажимать, чтобы там что-то контрудар произошел. Я как-то не разобрался, просто на шары бью и бью. Ну понятно. Ладно, давай попробую вот этим. Кого еще ты можешь взять? А у тебя новый персонаж открылся, да? Нет, пока нет. Это старый. С красными глазами, я что-то такого не видел. Он сам, он справа, сверху. Ага. Так, ладно. Погнали. Возьму этого тогда. Блин, ну пипец, я все бои просрал. Ну, как так? У меня сейчас медленный будет, поэтому у тебя есть шанс, наверное. А у меня быстрый, думаешь, что ли, чувак? Да, он классный тебе вообще, мне понравился он. Мне сейчас не понравится. Ой, пипец медленный. А у меня такого нет персонажа, кстати. А есть там это. Медленный, ну за какой, блин, мощный-то? Медленный, мощный, да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, попался. Ты дал он целый себя. Фак. Фига себе, ты мне жизни отколбасил.
Ну, блин, что за удар-то? У меня я жму треугольник держу, а он ничего не делает. А кто это вылез-то? А, это зрители тут стоят. Зрители, да. Уроды. Ну, вроде я ушел от удара, но почему я не могу ударить в ответ? Ну, ёпта. Что это было? Ёлы-палы! Да, сложно этим здоровяком играть, конечно. Оу. О, кувалду где-то взял. Иди нафиг. А что с тобой случилось? Я не знаю, я треугольник нажимаю, он так встает и ничего не делает. Ты где там? Ну что ты, я думал, у меня сейчас шанс будет. Фу. Блин, 2-0. Жесткать. Знаешь, что мне кажется, этот чувак из игры... Ну блин! Еще была такая игра, God Hand называется. По-моему, там что-то как... тоже. Слышал? Не. Она в PSN не продается, на PlayStation 2. Она, наверное, тоже от тех же создать. А почему блок спасает от броска? Что за фигня? Да уходи ты, мать твою! Да что ты? Да что такое? Ничего не остается, как в блоке тупо стоять. Пиздец. Жесть. Не знаю, как мне выиграть с тобой это. Не понимаю. Фига, у тебя уже 47 тысяч очков, а у меня еще только 9. Офигеть. L2 плюс треугольник Strong Killer. Чего? О, четвертый. Все, никак не успеваю управление посмотреть. Что там за L2 плюс треугольник? Вот, понятно. L2 плюс треугольник — это супер удар. Ну да, ну как там что-то был стронг написано, там что-то а еще. А если держишь его, то есть он еще сильнее делается. Ты его держишь, он становится в стойку, и ждешь, а потом отпускаешь сам последний. Вот, кстати, у меня этого персонажа, то его нет, у меня в правом углу верхнем замок висит. Ага, мне нового дали. Такие вот дела. У меня просто, может, то, что DLC нету, как вот это вот. Это вроде нет DLC, просто я... Ну, который код там идет в комплекте, вот это вот. А, у меня его нет. Может. А ты сюжетку его убивал, этого здоровяка? Вот я в сюжетке его убил, может, он открылся после этого? Не знаю, я в сюжетке прошел там один уровень только. Вот там он как босс есть, я его завалил, может, он тогда открылся. Во, а это у тебя откуда взялся? Вот только что открылся этот персонаж. Во, трансформер, ёлы-палы. А, это мы их били. О-о-о. А что, он тут умерен, да? А кто бьет такого? А, хрен его знает. Нет, это как вам не нравится. Ух ты! Он такой тип странный просто. Непонятно, непонятно. О! А, да, кстати, надо закат посмотреть. Да ш... как? Дистанция не для броска, ну почему она получается?
Ай. По щечинку. Мне он не нравится, он говорит, никак не такой. Все, давай, убей его, блин, стерва. Ну как? Ну что у тебя произошло? Я бил и я вырубился, короче. Я это ногами ударил, ты вырубился, когда с земли поднимался. Да, вот этот удар ногами, видать, если попадает, значит, сразу же, короче, это. Да блин, я главное тебя не взял, потом не ударил и ничего не сделал. Ну вот, блин, не надо нападать на лежачего, ёлы-палы. Ого. Фига жизни у меня осталось, ты чё за фигня-то вообще? Фак. Вроде молочишь, ага, хрен там. Я тебе две суперки просто сделал. И вот так получилось, что у тебя все жизни. Тихо, ну куда ж я ж отпрыгнул? Фига он этот удар отнимает. Так это вот суперка моя. Ну ёптать. Ну опять-таки, ну как? Я вроде бью. Почему я в нокауте оказываюсь? Не понимаю. Я бью серию, потом фига у меня когда, звездочки появляются. Когда тебя головой бьют, нажимаешь квадратик крестик, и вот он делает такую херню, контратака типа. Местная. А вот, и... вот, я ж тебя спрашивал. А, так это она? Но я ее тоже делал не раз. Я думал, ты знаешь. Нет. Вот я тебя бью, ты нажимаешь эти две кнопки, и вот это контратака такая. Ну как контратака, она оглушает. Тут написано крестик плюс квадрат, атака что-то 360 да, градусов. Да, да, да. Надо попробовать. Мне робот не понравился как-то, не очень. Ну давай я попробую Джеком. Джеком я еще не играл. Так, а я от кого? Кого мне брать-то? У меня только один этот остался, желтый. А, дурага? А, дурга. Какой-то наполовину робот с хвостом, блин. Да-да-да, как кот такой. Из семейства кошачьих. Что это я делаю? Да, футболян сыграли. Ух ты. А, вот он. Да, видимо. Как ты? Блин. Твоё один тоже удар. Фига. Ага. Хоть один раунд за мной, блин. Блин, отстань от меня. Гад. Блин, а! Куда? Маньяк! Бензопилой.
Ай, пила! Нет, 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 нет! Нет! Ай! Ууу, как? А, нет, нет! Фулл маунт! Ноу! Жесть! Сложнее стало. Хитрый гад, а? Да? Да уебтыть! Ну так вообще нечестно! Ой, так вот это нечестно. Как ты меня глушил туда? Ай. Наконец-то! Тихо! Кис-кис-кис-кис-кис! Я тебе дам пис-пис! Да блин, догоняет! Как? Ну фак! Разошелся тут! Вау! Ай, ну прыгал. Да что ты, мать твою? Ой, тють-тють-тють. Эй! Эй, а! Нет! 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 Не нравится, когда тебе не дают встать? Я вообще не понял, что ты там сделал. Ты прыгал, прыгал. Что прыгал? Фак! Ой! Блин! Усолыч! Да! О, нет, 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 нет! Ты чё? Ты чё офигел? Ты как? Ха-ха-ха! Эй! Ой, давай! Нет! Нет, 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 нет! Всё, умри! Нет! Если бы не твоя долбанная пила, которая меня распилила чуть ли не всего! Ой, вот не надо нам сейчас вот эти вот байки! Ну смотри, у тебя 34 тысячи уже! Ну что, может закончим на этом? Давай еще разок. Ну давай еще разок, а то у нас... У меня чуть-чуть до ранга 3 осталось. О, я 6 левел взял. А, 5, то 5 взял. Каждые 2 левела, короче, дают перцы. Как я понял. Давай. Так, что у меня там? У меня больше особо брать, я всех перепробовал уже. Я тоже всех перепробовал. Или одноглазую бабу не брал. Не, брал. Ты не... Ладно, я опять этим буду. У меня им лучше всех получалось вроде бы. Да? Ну я тогда вот это вот, мне вот это понравился. Слушай, мне кажется, мне нет смысла это видео выкладывать. Лучше, наверное, тебе, потому что кому понравится смотреть то, что я все раунды проиграл. Бадхёрт будет. Ты-то записываешь там? Да, записываю. Вот. Так. Опять этого клоуна взял попрыгучего своего. Нормальный чувак. Тихо!
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин! Тихо! Тихо! Но... Вот что он так делает? Вот примерно вот это. Ой, ептыть! Да блин, как так-то? Чёрт! Нет! Да ёпты, почему ты не сделал то, что я хотел сделать? Сука! Зажал кнопку, все вроде бы, треугольник должен был удар быть с налета. Собака, он побежал перелет. Без удара. Ну, ёпты, я сбил, Лукас! Ну почему? Ай, нет, нет, нет. Воу. Ай. Я не могу встать. Эй, это рассказывай сказку. О, что это было? Да как вообще, ну как? Блин. Да блин, догнал, ну почему? Вообще нечестная какая-то игра. Как? Да опять жизни нифига не осталось, что за фигня? Все, хана мне, офигеть! Ну чуть. Два удара каких-то суперских провел и все, хана мне. И все, хана. Давай, да. Еще раунд. Давай еще раз. 3-0, ёптать. Я не понимаю, как это происходит. Кстати, Unleashed Rampage тут не работает, мне кажется, да? Ну, Unleashed... Ярость. А, там... нет, не работает, да. Не работает, да. А жаль. Да, а жаль. Я не уверен, что это мне помогло. Так, у меня там персонажа ничего не открылось, я что-то не обратил внимания. Николай еще не играл. Поскольку я проигрываю, я имею право брать одного и того же персонажа. Так, зрители, помогите лайком, чтобы я выиграл хоть в одном бою. Ты выигрывал, ну не в бою, но выигрывал. Ну в раунде, это не считается. Да опять так и знал, вот как нечестно. О, что это такое? А Николай такой жжет, парень. Ай. Ой. Блин. Пипец. Николай, что творится? Неплохо. Да уж. Хватит меня преследовать. Я тебя не преследую. Единственное, что я хочу, так сделать тебе захват. О,
Блин, я нагибатор. Да что такое-то? Мне вообще ничего не делает. Да почему этот удар, ну, должен? Да заприцать это в него! Все. До свидания. Все, да. Охереть. Это же L2 треугольник, да, ты делаешь? Да, да. Ну, что-то я тоже один раз сделал, но не так много от него. Видимо, от персонажа зависит. Ну, скорее всего, да. Ай. А блин. А, нифига себе немного. Ух ты. Вот ты что еще умеешь? Да. Да блин, интересно, почему ты столько соберетал перед ним? Да что ты стоишь-то, ёпты? Ой, нет, 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 нет! Ну, Николай, ну, ну, мы так хорошо шли ведь. Окей. Да! Сука! Ах ты, блин! Давай! Наступил! А, нет, 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 нет. Уходим, уходим, уходим! Нет! Да! О, черт! Фак! Один удар сразу оставался! Ну вообще не везет, а! Собака! А. 57 тысяч, неплохо. Да уж. Так, а чё, хоть я заработал? Ранг-то следующий. Пиздюлей ты заработал. О, заработал. Ранг. Чё, мне дали кого-нибудь? Я тоже заработал и перс открыл нового. Ну давай ещё раз. Круто. Давай. А я-то заработал перс или нет? Не знаю. Ну, сейчас, подожди. О, я толстячка открыл-то. Слушай, а мне никого не дали. Офигеть, а что за фигня? На четвертом дают. Ну, короче. Через каждые два, что ли? Урола. Слушай, ну давай тогда ты нового персонажа возьмешь, а я опять еще раз последний бой тогда. Все, взял нового уже, да. Во, а тут еще цвет можно менять. Да, я знаю. Я красный себе ставлю постоянно. Погнали. Росомаха, давай. Ты должен затащить хоть разок. Кто там у тебя за урод-то? Да там вообще ужас. Он напоминает из этого, из Бэтмена... Бэйн, что ли? Да. Жирный Бэйн. Не Бэйн, а такого там, крокодила. А, крокодила? Он превращается в такого монстра. О, ты там какой-то... Воу-воу-воу-воу-воу! О! Ух ты, нифига себе! Давай! Есть, нет. Наконец-то я буду сверху! Ай! Оказался! Ух ты, что за? В натуре он превращает тебя в кого-то! Ха-ха-ха!
Ну блин! Нечестно! Вставай! Фу. Блин, ты как свинья такой! Нет! О! Нет! Yes. Надо было первую кровь. Да пипец, ты новым играешь, а я старым никак не могу освоиться нормально, чтоб. Ну как так? Давай! Нет, ай! Ой, ти! Ты прикольно. О! Нет, нет, нет! Стой! Во, как я сделал! Ну что ж такое-то? Блин. А. Ну конечно, что за нахуй? Но это еще ничего не значит. Да не, у него суперка вообще ни о чем у этого моего. Я даже не понимаю, что он делает. Блин, вот урод! Нет, он так любил, он сейчас слишком быстрый. Ой. Ух ты! Ух ты, ёпты! Чулинский футбол! Фак. Да, хоть не в сухую. Чё, не факт, что я выиграю, у меня не везет вообще сегодня. Катастрофически. А! Сука, придумал новый прием. Блин. Ух, фак. Сука, оно не помогает. Да ёпта, идеть. Да захват. Да нет же! Ёпта, ну хочу же уйти, но не получается. А, да что, сверху можно напрыгивать? Чё за, чё за фигня? Пипец, как это, делать? Прыжок, ударт как? Прыжок и чё? Треугольник. Треугольник, а у меня что-то он в воздухе просто машет. А нет! По старинке. А блин, нет. О, о, очнись. О, нет. О. Ну давай, уйди. Да, жопа. Все.
Так и знал, что мне вначале типа повезет, а в конце я все равно продую. Это просто рушится все надежды. Это последняя подлянка. Че хоть мне там дали-то? Не, на ранг 4 долго. Да, я думаю, на этом стоит завершать эту серию. Если зрители захотят, поддержат лайками, то мы, конечно, еще встретимся на ринге. Но на этом у нас все. Фейловое видео мое завершено. Зато Леха отличился. Так что вот. Я тебя уничтожил. Кстати, вот переходите по ссылке на его канал, смотрите с его угла тоже ракурс, потому что все-таки получается это не 2D файтинг, тут у каждого свой обзор, поэтому можно смотреть по-разному. Ну что ж, на этом у нас все. Всем пока! Всем пока!